Привет, друзья! Сегодня мы приготовим греческий салат. Для этого нам потребуется моя волшебная чашка. Раскладываем туда вымытые листья салата на дно, вот таким образом. Берем огурец, помидор. Лучше взять помидоры двух цветов, желтый и красный. Можно взять черри-помидоры. Можно взять перец, если у вас есть двухцветный. Желтый и красный. Будет намного красивее внешний вид. Нарезаем огурцы. Греческий салат – это прежде всего салат из помидоров, огурцов, сладкого перца, сыра феты, маслин, заправленный оливковым маслом. Нарезаем к огурцам помидорки желтые. Затем туда отправляем помидоры черри. Стараемся нарезать красиво. Сладкий перец полукольцами нарезаем. Еще нам потребуется красный лук. Нарезаем лук кольцами или полукольцами, как вам больше нравится. Отправляем к овощам. И, конечно, нам потребуется сыр фета, брынза или фетакса. В моем случае это фетакса вот такая. Это сыр, из, как правило, из овечьего или козьего молока, традиционный греческий сыр. Нарезаем кубиками, отправляем к овощам сыр. Осталось взять маслины, выложить аккуратно, сбрызнуть лимоном, посолить, поперчить и добавить оливковое масло. Аккуратно все перемешать, чтобы внешний вид сохранялся. И наш замечательный салат готов. Приятного вам аппетита! Надеемся, что наше видео было полезным, понравилось вам. У меня вот такое оливковое масло, вы берите, которое у вас есть. Но растительное лучше не добавлять. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, если видео вам понравилось. Всех благ! До новых встреч!